Итак, зашли мы в Баварскую. Баварскую резиденцию. Баварскую зашли резиденцию. Галерея предков. В общем, дворец был построен по подобию дворца Пити во Флоренции. И вообще они очень много здесь строят. Короче, любили все они. Все итальянское. Различные всякие здесь. Барон. Это кто? Самый главный. Карл Магнус. Ну вот, Карл Великий. Карл Магнус. Вот он, Карл Великий. И уже куча всяких предков. Вот такая вот красота. Обалдеть. Это антиквариум в стиле Ренессанса. 1568 года. Обалдеть. Здесь античные скульптуры. Античные скульптуры. Обалдеть. Красиво. Переделали его в банкетный зал.